Доброго миллионерского воскресенья, друзья! Здравствуйте! На связи Наталья Жукова. Как меня слышно? Давайте с вами проверим нашу технику. Я рада вас всех приветствовать. Сегодня вот в таком, ну, несколько немногочисленном составе, но у нас воскресенье, у нас на улице тепло. И, в общем-то, независимо от всех этих обстоятельств, у нас все по расписанию. И мы работаем и в общепринятые выходные, и в праздничные дни. Угу. Благодарю, слышно меня хорошо. Я рада здесь видеть и приветствовать наши многочисленные регионы, наших людей, наших партнеров, которые уже в теме, да. И рада приветствовать здесь тех, кто с нами впервые в этой конференц-комнате, либо тех, кто только подключился к нашей удивительной теме. Если такие люди есть сейчас здесь, поставьте, пожалуйста, семерочки. Мы вас поприветствуем, познакомимся с вами. И я донесу до вас, ну, постараюсь максимально понятно, интересную информацию о том, как вы сможете решить свои какие-то финансовые задачи. Вижу Наташу, Марина, Игорь, здравствуйте, Валентина. Мы вас приветствуем. В любом случае, друзья, если вы сейчас здесь, да, если вы не у телевизора, а там с пиццей, да, в ток-шоу, если вы не на огороде, значит, есть те цели, которые вас волнуют. И значит, вы не просто мечтатели, а вы те люди, которые ищут возможности вот эту цель реализовать свою жизнь, да. Я благодарю, что я вещаю именно на эту категорию людей. И мне очень приятно. И мы сейчас с вами четко, ясно для себя посмотрим, насколько вот та возможность, о которой я сейчас буду говорить, подходит лично вам. Насколько вы почувствуете, да, вот сейчас по ходу разговора, что это ваше. И вообще, собственно, стоит ли дальше слушать, да, Наталью Жукову. Поэтому давайте мы с вами договоримся, что мы все вопросы, которые у нас возникают по ходу моей встречи, моей беседы, вы оставляете на потом. Еще очень я вас попрошу, если вдруг какие-то вопросы у меня возникают, то максимально давать отклик в чате. То есть можно будет написать, да, что-то. Не стесняйтесь, мы все позитивные и строим свое дело, свою жизнь, да, только вот на таких позитивных эмоциях и вибрациях. Друзья, мы с вами сегодня разговариваем об уникальном фундаменте, об уникальной платформе, о корпорации Constellation Luck Corporational, о той корпорации, в которой сейчас все больше и больше людей понимают, что именно вот в этой возможности можно и нужно зарабатывать очень приличные деньги. Дело в том, что интернет – это вообще такая интересная штука, которая изначально для людей, ну, показывает, что возможности в интернет колоссальные, да, денег в интернет много. Другой вопрос, а насколько реально для простого человека в интернете зарабатывать деньги? И где же действительно это можно? Потому что изначально мы с вами все, да, новички фактически попадаем в различные лохотрончики, да, как мы их называем. То есть те темы, которые с нас пылесосят деньги. Мы попадаем в какие-то проекты, в которых мы понимаем, что делая какие-то действия, мы не получаем результата финансового того, такого, который нам нужен. Потому что цели-то они у нас у всех разные. У кого-то цель купить айфончик там или лишнюю шмотку, а у кого-то есть более крупные цели, и это будь то недвижимость, обучение детей и прочее, и люди реально понимают, что находясь в наемном труде на земле, они будут эти цели свои решать, ну, лет 20-30, наверное, вся жизнь пройдет, да, прежде чем решишь какую-то одну нормальную цель, и просто понимаешь, что, а что, вот это и есть жизнь, да. То есть мы предлагаем для вас рассмотреть очень порядочный, очень высокодоходный и очень удобный механизм, скажем, вливания в вашу жизнь хорошего финансового потока, чтобы вы уже сами распорядились, куда вам его направить и как с ним, в общем-то, обращаться, да. Хочу сказать сразу изначально, что наша тема, она создана лидерами MLM-индустрии, интернет-предпринимателями. То есть это, в принципе, обычные люди, да, у которых там нет, я не знаю, там не было, да, когда они создавали вот каких-то больших там инвестиций, чтобы они, допустим, организовали MLM-компанию, где-то там на инвестициях, да, и дальше продвигали это в массу. Нет, эти люди, они объединились своим творчеством, своими идеями, где-то своими финансами, да, для того, чтобы создать что-то свое. То есть сделать тему, в которой им будет никто не указ.
Так как они тоже ходили, как и мы с вами, по интернету, да, и пытались в каких-то проектах зарабатывать хорошие деньги. Но либо проект закрывался вместе с деньгами, да, как правило, либо производили действия, да, строились команда, формировался бизнес. Но финансового результата, как вот заявлено по теории, в практике не получалось. Поэтому люди решили сделать так, чтобы самим, скажем, шлифовать свое дело и действительно подать тот механизм, который позволит людям хорошо зарабатывать. То есть в нашей теме нет админов и нет президентов. У нас есть совет директоров в числе 10 человек. Это те люди, которые, скажем, решают вопросы, да, вот, которые возникают по корпорации на коллегиальном уровне. Наша корпорация работает на легальном основании, на законном основании. Регистрацию произвели в июле месяце, да, 2015 года, и это говорит о следующем. То есть это не просто какой-то очередной проект, который заскочил в интернет, и через несколько месяцев он там, знаете, закрывается, собственно, и возникает что-то другое от тех же самых админов. Нет, это тот проект, который будет на года, да, и они, совет директоров, решили сделать так, чтобы люди почувствовали свою какую-то некую защищенность, потому что для нас официальность, да, и законность действия той темы, к которой мы подключаемся, она важна. Ну, по крайней мере, для нас это хоть какие-то гарантии того, что бизнес наш будет дальше двигаться и продвигаться и приносить нам результаты. Регистрация произошла на офшорах, то есть это Сейшельские острова. Налог корпорации платит один раз в год. Там регистрируются на офшорах те компании, которые умеют считать деньги. Плюс ко всему прочему, наша компания как таковых денег не зарабатывает. Вот сама компания, сама корпорация. То есть у нас денежный поток, который формируется в корпорации, он распределяется по людям. То есть 99% денег отдаются в сети, то есть на доход партнерам. За счет чего, собственно, зарабатывают наши партнеры и каким образом это происходит? То есть я уже проговорила, да, что у нас тема, в которой наш совет директоров, это наши наставники, они зарабатывают по маркетингу. Они зарабатывают точно так же, как и мы. А именно, они продвигают бизнес-кейсы. В бизнес-кейсе есть различное наполнение. Мы сейчас с вами пройдем и посмотрим. В нашем бизнес-кейсе есть интернет-магазин ювелирных изделий под ключ. Это авторское серебро ручной работы с листовым золотом. В этот ювелирный магазин, в этот интернет-магазин будут еще добавляться некоторые моменты. И даже очень интересные, но это уже в будущем вы узнаете. То есть вот это один из компонентов. Хочет наш партнер это использует, хочет не использует. То есть если он продвигает продукт вот в этом интернет-магазине, товар, делая таким образом товарооборот, значит он получает дополнительно деньги. Плюс к основному маркетингу, да, то есть это дополнительные проценты за товарооборот, который организован. Далее, что еще есть в интернет-магазине, точнее в нашем кейсе? В нашем кейсе есть обучение и поддержка партнеров. Это та вещь, которая отличает нас от многих-многих проектов. У нас главная ценность – это человек. Для того, чтобы человек формировался как личность, как интернет-предприниматель и как лидер. То есть наша задача, чтобы наши люди развивались. Таким только образом мы понимаем, что именно таким образом люди начинают зарабатывать колоссальные деньги. Только тогда, когда они развиваются. По-другому не бывает. Если кому-то кажется, что сваливаются деньги там наследство, да, людям, но это бывает, сваливается, и те, кто, собственно, не готов к этому, да, они очень быстро эти деньги теряют. Я думаю, что для вас это не открытие. Квалифицированная помощь и поддержка лидеров. Совет директоров с нами на связи. Это не кто-то, знаете, за кордоном, как говорится, да, до кого не достучаться, не дозвониться, и вообще, собственно, вас никогда и не примут даже на какие-то там, какие-то вопросы, чтобы вы задали. То есть это те люди, которые вместе со своими командами, вместе со своими партнерами укрепляют корпорацию, да, наполняют корпорацию людьми творческими. И происходит это как бы в обоюдной такой связочке. То есть наши лидеры с нами 24 часа на связи. Вебинары и школы интернет-предпринимателя. То есть для каждого нашего партнера, вот как компонентом бизнес-кейса, является система, которая будет говорить и показывать за него, и система, которая будет развивать его и его партнеров. Это школы. Школы новичка, школы лидера, школы формирования миллионерского мышления. И это вот такие встречи, на которые вы сейчас присутствуете. То есть наши люди, наши партнеры, они
у них нет необходимости изначально самим что-то рассказывать, да, тем людям, которым нужны деньги еще вчера, да, у которых тоже есть крупные задачи, там, кредиты, ипотека, потому что 90% людей сейчас в кредитах, это не секрет. Поэтому за них это делает система, которая за них показывает, рассказывает и, собственно, доносит информацию. Потом уже со временем, когда человек понимает, что я хочу сам, да, он уже сам начинает вести групповые какие-то встречи уже внутри своей личной команды. То есть получается следующим образом. Вот если вы посмотрите, да, то у нас с понедельника по воскресенье идут встречи в 7 часов. У нас есть внутри команд еще встречи, да, командные. У нас есть отдельная встреча по отдельной нашей подарочно-накопительной программе. Плюс ко всему, посмотрите, комната для медитации. Это говорит о следующем, что корпорация заботится о том, чтобы человек развивался со всех сторон, и в духовном плане тоже, потому что мы многомерные, об этом уже знают многие, доказывают это не нужно, уже и наука это доказала. Поэтому есть вот такие вот медитационные стрички тоже, которые поправляют нашу энергетику, да, выравнивают, которые, скажем, занимаются нашим духовным вопросом, нашим духовным развитием. То есть вот это тоже присутствует. Далее, давайте посмотрим, что еще есть в бизнес-кейсе. Есть библиотека с курсами, софтами, программами. Вот этот материал, который покупался нашим советом директоров, и стоимость его 10 тысяч долларов. А здесь есть компоненты, которые вы можете использовать по своему личному желанию, а можете не использовать. Здесь есть материалы, которые будут удаляться, да, со временем, в зависимости от того, насколько они устарели, да, по временным каким-то. Есть момент такой, что библиотека нам будет наполняться постоянно. То есть, опять же, это все по желанию. Хотим используем, хотим нет. Я вам прохожусь по тем моментам, которые есть у нас в бизнес-кейсе, который покупает наш будущий партнер. 14 источников дохода, полная автоматизация. О чем это говорит? Это говорит о том, что работая только в одном источнике дохода, все остальные доходы открываются на автомате. Там работает автомат. И мы работаем в одном источнике дохода, зарабатывая деньги ежедневные на вывод, на жизнь, как мы их называем. А деньги более крупные на цель зарабатывает робот, зарабатывает автомат. Я обращаю на это самое пристальное внимание, потому что те люди, которые работали на ручных подтверждениях, которые работали с тем моментом, что есть человеческий фактор, они реально понимают и оценивают, что бизнес их не двигается. Вот для таких людей особо максимально будет интересна наша стратегия, наш маркетинг. Доступный, доходный и полностью автоматизированный маркетинг с 99% выплат в сеть. Посмотрите, вот это маркетинговые стратегии, то есть источники дохода. Ну, плюс интернет-магазин, да. Вот это источники дохода. Мы, как правило, большинство, да, команд начинают свою работу вот с этой программы, с эконома. Все остальные программки, они запускаются на автомате, и они более доходные, с более крупными деньгами, да, нежели первая программа. Посмотрите, простроение в программах вот именно такого плана, да, то есть одноуровневая программка, трехуровневый тринар и бинарчик, да, в спутнике, в зодиаке бинара. То есть вот такие у нас маркетинги. Каждый из маркетингов, еще раз обращаю внимание, прикреплен очень мудро друг к другу и запускает один друг друга, да, то есть мы работаем только в одной программе. Вот наши действия, они идут в одной первой программе. Мы сейчас с вами посмотрим более подробно. У нас высокотехнологичный CCL защищенный сайт, высокая функциональность кабинетов, каждому сайт одностраничник и квалифицированная техподдержка. То есть данные наши защищены. В кабинетах мы абсолютно можем держать руку на пульсе своего бизнеса, своих команд. То есть мы видим, какое развитие идет у людей. Мы видим вплоть до того, как подключается каждый партнер, независимо от глубины. Совершенно независимо. Потому что, опять же, у нас такой маркетинг, в котором выгодна вся глубина и вся ширина. Друзья, поверьте, не в любой, далеко не в каждой MLM-стратегии, в MLM-компании вы можете такое найти. У нас онлайн MLM-компания. То есть мы занимаемся той деятельностью, которой занимаются люди в мире уже более 50 лет. То есть сетевой маркетинг ему больше 50 лет. Однако наше взаимодействие, наш бизнес, он максимально прост и легок и доступен для каждого человека. Есть такая функция, как благотворительный фонд. То есть корпорация занимается еще и благотворительностью. Уже
проходили акции благотворительности и для партнеров, и для детей в детдоме, в детском доме, да, и каждый может поучаствовать в благотворительности, когда он выводит денежку, там, часть, да, отдать на благотворительность, и это так и должно быть, и, в принципе, опять же, это не открытие отдать десятину, и все богатые люди, они занимаются благотворительностью, и небогатые, когда идут в храм, например, да, они отдают от чистого сердца, чтобы помочь, там, бабушке, да, или кому-то, кто очень в этом нуждается, понимаете? То есть вот такой момент, это говорит еще о том, что, ну, корпорация, она не просто дает возможность зарабатывать деньги людям, да, и сама, сами, да, организаторы зарабатывают деньги, это еще и такой хороший духовно-моральный момент. Следующий момент. Вот то, что я вам показала, это компоненты нашего бизнес-кейса. Но еще раз обращаю внимание, самый важный это компонент, это тот ликвидный самый товар, да, по мнению Карла Маркса, опять же, да, это деньги. То есть это тот, скажем, те денежные результаты, которые вы будете получать, продвигая, продавая бизнес-кейс, формируя команду. То есть продавая бизнес-кейс, мы подключаем партнеров к себе в команду. Если вы до сих пор считаете, что в интернете можно заработать денег, не приглашая, а просто подключаясь без вложений и без приглашений в тему, то я вам могу сказать, вы просто теряете время. Задумайтесь, да, для чего вам интернет. Задумайтесь, насколько скоротечна на самом деле жизнь, и люди оглядываются и просто не понимают, а куда проскочили 5 лет, да. Поэтому у вас есть цели. У нас есть, скажем, механизмы школы, да, которые помогут вам совершать действия. И вот тогда вы будете запускать для себя, получать, точнее, да, результаты. Тогда будете получать результаты. Вот с этого, собственно, и начинается, да, бизнес-корпорация Constellation Lab. А теперь вот та программа, по которой мы работаем, она единственная, в которой происходят все действия, да? Хотя я вам могу сказать, что каждая команда работает в своей стратегии. И, естественно, если вы сейчас почувствуете, что вам близка эта тема, вам нужно узнать, да, а по какой стратегии работает та команда человека, который вас пригласил на данную встречу. Но вот такой золотой тройничок, он позволяет людям зарабатывать промежуточные выплаты. Потому что очень много в интернете тем, в которых, знаете, люди работают, работают, формируется, формируется команда, а где-то там далеко еще только деньги им на вывод, на жизнь. И людям становится скучно, скажем, неинтересно так работать. Мы такие, что нам нужно почувствовать на руках денежку, да, за свои результаты. Так вот, я вам сейчас покажу тот механизм, в котором вы за каждый свой шаг будете чувствовать денежку. Денежку на вывод на кошельке – это наш золотой утроитель. Когда мы подключаемся к корпорации, мы активируем этот золотой утроитель стоимостью $25 на одном кабинете, $25 на другом и $25 на третьем. Все партнеры корпорации работают тремя кабинетами, потому что это, опять же, условия для получения наших шикарных подарков в спутнике, да, в подарочно-накопительной системе. Сейчас мы запустили авторалли, сейчас активно люди регистрируются в спутнике, поэтому не теряйте время и... Даже при активации золотого утроителя вы можете сразу же сактивировать программу «Спутник». Стоит она $10 в каждом кабинете. Получается следующее. Когда мы сактивировали три кабинета по $25, это $75. Это как бы, ну, такой вот быстрый, хороший вариант. Есть вариант активации только одного кабинета изначально. Это тоже стратегии в командах. Будете смотреть, насколько позволяют ваши финансы и как вам удобнее, да, подключиться в бизнес. Потому что вы сами авторы своей жизни, вы будете организатором, руководителем своего бизнеса, конечно же, при непосредственной связке и помощи команды. Когда мы подключаем трех партнеров, да, вот первого мы подключили, он также сактивировался на три кабинета. У нас в каждом кабинете в накопительный кошелечек пришли ровно 100% реферальных денег, то есть $25. Если человек подключился только одним кабинетом, значит, только в одном придет 25 на накопительный кошелек. Он потом сактивирует свой второй и третий из заработанных денег. И опять же, это будет у вас в вашем кошельке. Когда мы пригласили второго партнера $25 в накопительный кошелек, и вот этот момент, он запускает колоссальную денежную махину. Махину, машину, завод денежный, неважно. Дело в том, что он запускает бизнес-класс, который потом запускает все остальное. Вот эти $50, все 100% реферальных денег с приглашения двух ваших партнеров.
Они не ушли куда-то в компанию, да, вот эти 10 долларов, 5 долларов, все 25 два раза у вас на кошельке. Далее. Вы приглашаете третьего партнера в спутники, чтобы получать, опять же, заработать подарок, автомобиль, технику, украшения. Нужно, чтобы было три партнера, да, минимум. То есть вы приглашаете третьего партнера, и вот эти 25 долларов, они попадают к вам на третье место в ваш тройничок. То есть это одноуровневая программа, утроите. Первое место, второе место и третье место. Подключились люди, подключился третий партнер, вы реинвестировали. То есть ваш тройничок как бы активировался заново, без необходимости вам из кармана что-либо доставать, да, опять. То есть когда нужно, он активируется. А нужно, это когда заполняется третье место в вашем тройничке. И так у каждого партнера. То есть вы активировались, и опять первое, второе, третье место, они у вас свободны для получения два раза по 25 долларов и один раз 25 долларов на ринге. Откуда будут эти деньги? И где, собственно, деньги на жизнь, да? Смотрите, получается следующая ситуация. Если ваши трое человек начинают активно действовать и подключают свою трешечку, то, подключив двух людей, они к вам придут в бизнес-класс, это деньги. У них запустится на автомате бизнес-класс. А подключив третьего партнера, они к вам приходят на реинвест, реинвестируются, и эти 25 долларов попадают к вам. Если у вас активен спутник, если вы его сактивировали изначально, значит, 25 долларов у вас придут на кошелек на вывод. Вывод инстантом. 2 минуты, и у вас деньги на перфекте или на Advanced Cash. Две платежные системы, да, либо там, как, какой выберете вариант работы. То есть получается так, что если ваш, допустим, второй человек привел только там, например, одного партнера, а вы привели уже четвертого партнера, вот вы четвертого привели, да, вы активный человек, вы понимаете, что каждый ваш партнер – это живые деньги вам. Сразу же, не надо ждать день, не надо ждать месяц, неделю, сразу же, сколько угодно раз в день вы можете выводить деньги, в каком угодно количестве раз. И когда у вас пришел четвертый человек, и если, например, это он зарегистрировал сразу по трем кабинетам, да, вот второй человек сразу тремя кабинетами сактивировался, третий человек, то вам сразу на кошелек на вывод 75 долларов. То есть у вас вот этот человек, он попадает на вторую позицию. Она же у вас свободна. То есть первый человек к вам реинвестировался, вторая позиция у вас свободна, 25 еще не принимала. Вот она принимает эти 25 с активацией вашего четвертого человека. А тем самым образом, например, да, вот тем самым, скажем, временем, ваш второй партнер пригласил трех людей. Вот пригласил он второго, он к вам придет бизнес-класс автоматом. А пригласил третьего, он к вам придет, ваш тройничок, и за счет вот этой 25-очки вы реинвестируетесь. То есть вы прокрутились, и ваш тройничок опять стал на открытую позицию, да, чтобы получать два раза по 25 долларов на вывод и один раз для реинвеста. Вот таким образом работает вся наша программа. И вот эта вот программа «Утроитель». И вот эти люди, которые регистрируются по вашим реферальным ссылкам, будь их 3 человека, а будь их 33 или 133, они всегда к вам будут приходить реинвестом в ваш тройник, а здесь 3 места. Соответственно, чем больше вы подключаете первую линию, либо чем активнее простраиваются ваши команды, в любом случае вам снизу будут приходить деньги по 25 долларов. То есть и этот вариант выгоден, и этот вариант выгоден. Бесподобный маркетинг просто, да, который позволяет, знаете как, не сидеть ждать, когда ваши там люди пригласили своих 3, вот только с этого вам идут деньги, да? А еще и получать деньги со своего личного активного простроения, да, первой линии. Поэтому первая линия бесконечная, получаем сразу 100% денег реферально. Где вы такое увидите? Чтобы какая-то компания, какой-то проект вам платил 100% реферальных денег. Нет такого. Нет такого. Есть 50% с первого уровня, есть 30%, да? Поэтому вот обращай на это самое пристальное внимание. Действия одни и те же. Везде все зовут куда-то. Вопрос, что мы получаем за одни и те же действия? Какой процент, насколько мы себя оцениваем? На 10% реферальных или на 100% реферальных? Вот так работает тройничок. Если у вас подключаются люди 3 кабинетами сразу, значит по 150 долларов с тройника. Да? То есть 25-25 на одном аккаунте, 25-25 на втором, 25-25 на третьем. Далее, вот здесь мы разобрались, то есть это работа на деньги на день, на каждый день.
Далее, где деньги на цель и как они формируются, и что значит их зарабатывают автоматы. Дело в том, что работая вот в экономе, да, в золотом утроителе, это программа эконом. Мы работаем здесь, но у нас автоматом запускается вот эта программа. Сюда к нам приходят партнеры, вот сюда. Это деньги, их накапливает автомат, считает автомат. 50 долларов накопил, здесь три уровня, это тренар, да, вот этот бизнес-тренар, премиум-тренар, VIP-тренар, одинаков он по построению. Эконом – это одноуровневый. Элит-бизнес – то же самое, элит-премиум – то же самое, только доходности разные. И когда бизнес накопит 50 долларов, он запустит зодиак. Когда бизнес накопит 250 долларов, он запустит элит-бизнес. В элит-бизнесе, когда ваши же два лично приглашенных сюда вылетят, они же тоже накапливают у себя в бизнесе. Причем вместе с вами, потому что накладываются эти программы. А когда сюда двое вылетают, открывается премиум-программа. Доходность 10 тысяч долларов. Из них 2,5 уйдут на открытие элит-премиума. 7 тысяч долларов будут приходить на кошелек на вывод. Здесь будет по 250 долларов на кошелек на вывод. Здесь остается с программы бизнес 615 долларов на кошелек на вывод. А при всем при этом вот здесь вот у вас всегда на кошелек на вывод. То есть вот таким образом одна программка открывает другую и потом дает вам деньги на кошелек. И более крупные деньги, не по 25 долларов, да, а по 300 долларов, по 100 долларов, по 250 долларов. Программа Elite Premium запустит VIP. Здесь вообще нет никаких дальше запусков, потому что Elite VIP это по желанию ручная активация. Здесь вот эти все деньги, 500 долларов с первого уровня будут приходить на кошелек. 1000 долларов с первого уровня будут приходить на кошелечек. Вот таким вот образом действует маркетинг. Изначально он может показаться вам где-то немножко сложным, но я вам могу сказать, все очень и очень просто. Они одинаковые, эти программы. Работают здесь автоматы. Мы работаем в экономе. Строятся команды в экономии. Есть команды, которые из бизнеса начинают действовать. Но здесь нужно понимать, что 350 долларов нужно, чтобы они сортировали следующие программки, потом только на вывод. Если действовать активно командой, тогда и в бизнесе очень быстрый результат, если начинать с бизнес-класса. Да, результат на денежек, которые реально заработаны на кошельке, да, на кошельке на вывод. Вот таким образом. А у нас есть просчет, математика, да, то есть когда мы смотрим бизнес, нам всегда нужна математика, покажите мне цифры. Если я буду действовать вот так-то, если мои партнеры будут действовать вот так-то, что я заработаю, что я получу. Если мы в течение 3 суток приглашаем 3 людей на 3 бизнес-места на 75 долларов, то на 6-й день у вас выведено 120 долларов. У вас запущен бизнес-класс на всех 3 кабинетах, и там уже по 15 долларов на первом уровне 3 партнера стоят. На 9-й день, если все люди, все ваши люди у вас внизу, в вашей команде, выполняют одно и то же одинаковое условие в течение 3 суток 3 партнеров за 25 долларов, за 75 долларов. Тогда у вас на 9-й день плюсом 150, и у вас накопление в бизнес-классе, у вас открыт зодиак и спутник вот с этого процесса. На 12-й день у вас плюсом 150 и плюсом 1845 уже отработал бизнес, и его перезапустили. Потому что наши все программы, они работают бесконечно. Не только класс эконом работает восьмерка бесконечно. Они все будут реинвестироваться и работать бесконечно. Нет потолков у нас в бизнесе. Вообще никаких потолков. Смотрите, дальше. Вот даже вот в таком случае, да, 12 дней прошло. Вот посчитайте, это больше 2000 долларов заработано у вас лично. Ваши партнеры также зарабатывают деньги. И даже если это произошло, например, в течение недели вы пригласили 3 партнера за 75 долларов. Это первая, вторая и третья неделька. Третья, четвертая, да, если 12 дней мы берем. То есть за месяц, за первый месяц работы 2000 долларов выведенных денег при всем при этом, вы их не вынимаете из бизнеса. У вас бизнес дальше развивается, у вас запускается программа. Туда вылетают партнеры. Почему вылетают? Потому что у нас космическая тематика. У нас мы получаем ракеты, летаем, значит, по орбитам, получаем орбиты и звездочки. То есть такой вот интересный момент космоса, потому что космос – это действительно безграничное, да, пространство и, собственно, как и наши возможности нашего маркетинга. Вот такая математика есть, если вы подключаете людей одним кабинетом, но надо учитывать, что вот из этих вот 2 сумм надо будет по 25 долларов активировать 2-й и 3-й кабинет, да.
Ну вот она простроечка, собственно, $25, они есть у каждого абсолютно человека. У каждого. Вы можете мне ничего не говорить. Нету тех, кто не увидел денег, нету тех, кто ленится и любит, знаете, жить в плане того, что душевной импотенции, да, что все кругом плохо, и правительство такое плохое, сякое, почему в конце жизни я остался на пенсию в 7 тысяч рублей, да, которую хватает с горем пополам там жилье заплатить и на хлебушек. То есть такие люди могут не увидеть. А все другие люди, которые занимались бизнесом традиционно на земле, те, которые развивались в MLM-компаниях, они особенно это видят. Потому что это тоже MLM-компания, но с колоссальными выплатами в сеть. И с колоссальными удобствами. Потому что мы наш бизнес-кейс не таскаем в сумках. Нам нет необходимости ехать куда-то за ним. Нам нет даже необходимости пересылать по почте. Наш бизнес-кейс, он передается фактически мышкой, да? То есть это 3 регистрационные ссылки. Вот эта доходность по классу зодиак. Ее даже на том слайде не было. Это как бы отдельно у нас, мы показываем и зодиак, и спутник. Вот эти программы, они тоже работают бесконечно. И 12 раз по $20 вам будет приносить бронзовая орбита. Она запустит серебряную. Та будет приносить 12 раз по $100. И мало того, бронзовая перезапустится и будет также продолжать приносить 12 раз по $20. Серебряная запустит золотую 12 раз по $1000. Платиновая 12 раз по $10000. Бриллиантовая 12 раз по $100000. Насколько для вас это будет быстро, будет зависеть от вас. Как я вам сказала, да, у нас 2 варианта. Строим первую линию и выстраиваем команду, выстраиваем глубину, да, устойчивость своего бизнеса, и оттуда точно так же формируется бизнес. Поэтому будет зависеть и от вас, и от тех людей, которых вы позвали за собой. Но в любом случае, 3 золотых корабля всегда можно найти. Это даже не 5, как у нас по урокам на салфетках, да. Вот программки, вот эти вот зодиак, орбиты, они перезапускают одна другую. И, собственно, если мы возьмем математику входа зодиака, потому что у нас такой маркетинг, в принципе, в котором можно с любого класса зайти. С любого, да. Другой вопрос, что есть команды, которые уже проверились в этой стратегии на опыте, да, сделали какие-то выводы. Почему так, а не по-другому? Но если мы посмотрим математику входа на зодиак, то есть вы подключились на зодиак, это $50, и вы 3 людей в течение 3 суток подключаете на зодиак. Они делают точно так же со своими, да, людьми, то есть те тоже в течение 3 суток подключают. На 45-е сутки у вас $1 000 000. Точнее, 1 400 820 000 долларов. $1.5 миллиона. Если кто-то считает, что это бред, что это все ерунда, берем калькулятор, разбираемся, как работает зодиак, и просчитываем. Арифметика – это такая наука, которую доказывать не нужно. И у нас автоматы. Это не тот случай, что, а если вдруг мои партнеры не перелетят там с зодиака там, в другую орбиту, там, в третью, в пятую, перелетят, потому что у нас автоматы. Вот это тот момент, на который я обращаю самое пристальное внимание, если вам действительно нужны серьезные деньги. Вот это подарочная накопительная программа «Спутник». Мы ее сейчас активно развиваем. В 3 часа у нас всегда встречи. Это для вас возможность зарабатывать колоссальные деньги, это вот только на $10 спутнике $762. Это деньги плюс вот такие подарки. Вот этот спутник, он запустит вам другой, если вы заранее сами не запустили. Это 3 кабинета по $2500 плюс вот такие подарки. И самый приятный подарок, это, конечно же, Toyota RAV4 и Kia Sportage от компании как подарки. Плюс вот к этим денежкам. Умножайте $25000 на 3. Будут вот такие деньги и будет подарок от корпорации. Езжайте в салон в своем городе, выбирайте, корпорация оплачивает. Здесь 7 уровней. Это бинар. Быстрее заскакиваем, быстрее занимаем позицию, потому что к вам будут приходить параллели. Потому что здесь простроение в 2 ножки. Соответственно, это переливы. Поэтому делайте выводы. Да. Я всегда говорю, если есть другие варианты, как с $25 или $75 начать свой мега выгодный бизнес, особенно если там, допустим, не надо никого приглашать, да, особенно если это также удобно из дома, в тапочках, с чашечкой кофе, рассматривайте тогда другие варианты.
Поэтому вот программа «Спутник», даже если люди подключаются с нее только, начинают с нее, она автоматом откроет эконом, бизнес, элит-бизнес. Просто промежуточных денежек вы здесь получать не будете. Поэтому вот все вот эти моменты, они разбираются на школах по маркетингу. У нас проходят отдельные школы, да, отдельно маркетинги разбираем. То есть сейчас вот уже каждый день спутник отдельно разбираем, да. Разбираем эконом и бизнес отдельно. То есть вот эти маркетинги, это отдельная как бы тема. Я сейчас вам даю такой полный как бы охват, да, чтобы вы поняли, что за механизм, да, мы вам даем, что за платформу мы вам даем и что за корпорация, которая шлифовала свой маркетинг и сейчас для нас выдала бриллиант. Самое время заходить, друзья. Мы уже в классном маркетинге, отшлифованном, продуманном максимально, продуманном. И наша корпорация еще и молоденькая, но уверенно стоит на ногах. То есть это не говорит о том, что у нас большое количество уже партнеров, да, то есть сеть партнеров. Когда компании работают уже 5-7 лет, ну, в них достаточно не так просто строиться на самом деле, нежели там показывают лидеры. Поэтому давайте мы с вами подытожим, да, легальность компании, коллективное управление, мгновенный вывод денег, полная автоматизация, щедрый, простой и легкий маркетинг, доступный вход, достойный выход, 99% распределения денег в структуре, антикредитная программка, которую вы можете активировать у себя в кабинете, денежки будут скапливаться, а не выводиться на кошелек. Вы получите общей кучкой. Закройте свой кредит, да, закройте свою ипотеку, те вещи, которые не дают спать, да, вам. Все получают одинаково. Маркетинг един для всех. Одна работа, тройные выплаты. Отличие наше от матриц, от матричного маркетинга. Входит партнер, происходит вылет в бизнес-класс, три партнера получают деньги. Мы это все в кабинетах видим, кто получает. Да, у нас оплиния, она выстроена. Далее. Одна работа, множественные источники дохода. Это я вам показала. Отлаженные стратегии работ. Накопление, роскошные подарки. Это мы тоже проговорили. Причем, друзья, это не лизинг, это не кредит и не какие-то автопрограммы, в которых есть определенное время, да, выстроено, нет. Те, кто работают, все это получат. Высокая функциональность кабинетов, шикарные кабинеты, очень удобные, понятные, светлые, с минимум текста, там, ну, все, что нужно, там есть, чего не нужно, чего не должно быть, никаких лишних эмоций там нет. Высоко квалифицированное обучение партнеров. Это должно быть обязательно, когда речь идет о зарабатывании хороших денег. Не может быть по-другому. У нас не цель взять с человека эти 25 или 75 долларов. Мы сами можем их положить, поверьте. Наша цель, чтобы вы развивались, чтобы вы развивали свои команды, чтобы они у вас росли и формировались деньги и у вас, и у ваших партнеров. Квалифицированная помощь, поддержка лидеров. Интернет-магазин под ключ. Есть отдельные материалы. Большая библиотека с электронными товарами. Сайт-одностраничник каждому партнеру. Вот это те фишки, которые есть в нашем бизнесе. Я не знаю, где еще можно найти такие преимущества, да, где реально можно понимать, что вот присутствуют все вещи, да, и промежуточные выплаты, и гарантия надежности, и долгосрочность бизнеса. И я реально вижу, как прислушиваются к каким-либо мнениям людей, да, поправляют какие-то моменты, вносят какие-то новые вещи. Все идет на благо развития партнеров, на благо, потому что корпорация – это партнеры. Корпорация – это мы. А для вас, в принципе, взять ссылку, да, у пригласителя, зарегистрироваться и активироваться либо одним кабинетом, либо тремя кабинетами. Желательно, да, сейчас идет активное построение спутники, сразу и спутник активировать. Пригласите три партнера, можно и нужно больше. Обучайтесь и действуйте одновременно. Снимайте деньги и будьте счастливые и богатые. Для тех людей, которые мне сейчас могут сказать, что не в деньгах счастье, мы с вами поговорим в личке, да, вы можете ко мне выйти в личку, я вам объясню, что такое, когда человек несколько раз меняет съемные квартиры, переезжает из квартиры на квартиру, да, и потом мы с вами как раз-таки разберем, в деньгах ли счастье или не в деньгах, да. Деньги вообще это такая частичка чуда, которая нам позволяет быть самими собой, жить, где мы хотим, делать, что мы хотим, потому что человек приходит в этот мир получать удовольствие и развиваться, он не приходит, чтобы всю жизнь впахивать, я извиняюсь, да, и за это остаться на пенсию, то есть без штанов в конце жизни. А мы не для этого приходим. И наша корпорация – это колоссальная для вас возможность
Да, действительно, почувствовать себя человеком на этой планете Земля. Нужно поверить в себя, не ждать каких-либо одобрений со стороны. Вы самый главный, ваш одобрятель, да, скажем так. Вы, понимаете? Думайте своей головой. Думайте своей головой. Не позволяйте кому-то вмешиваться в ваши мозги, да. Не позволяйте кому-то решать, как вам жить. Переступайте свой страх и через свое стеснение, сомнение. И если у кого-то получилось, да, у нас есть партнеры, которые заработали на недвижимость, даже без автоматов, они у нас велись только в Новый год. Почему у кого-то получилось, а у меня не получится? У него что, 3 головы? Или у него 10 рук и 50 мышек, да, здесь под руками? То есть мы работаем легко, мы работаем головой, голосом и чуть-чуточку мышкой. И понимаем, что судьба – это не дело случая, а результат выбора. И мы реально понимаем, что надоело плавать по лужам, понимаете? И вам советую, не променяйте океан на лужи. Чем больше будете ждать, тем больше дней потеряете навсегда. Задумайтесь, сегодня воскресенье, да? Как прошла ваша неделя? Насколько вы приблизились к вашим целям? Насколько вы действительно понимаете, что вот-вот, там, ну, какое-то небольшое время у вас будет жилье. Вот-вот, и вы действительно заработали те деньги, которые позволят отучить детей ваших. В хорошем месте. Не там, где вы можете, а там, где вы хотите. Там, где вы хотите. И вы понимаете, да, что вы выстраиваете свою жизнь таким образом, что вы сами рулите, да. Судьба – это результат кармы. Это один из моментов. В карме есть узелки, которые можно развязать, Владимир. А вот развязать их можно, работая на общее благо. Чем большему количеству людей вы поможете осуществить их мечты, тем лучше будет для вас самого. И работа в команде – это, конечно же, топливо, которое позволяет обычным людям достигать необыкновенных результатов. Поэтому на сетевое предпринимательство сейчас обращают внимание даже серьезные интернет-предприниматели, точнее, традиционные предприниматели, у которых бизнес на земле. Они понимают, что им надоело бодаться, да, от конкуренции, надоело терпеть палки в колесах, там, налоги, прочее, прочее, прочее. Вот. И они обращают внимание на интернет. Я закончила. Какие ваши вопросы? Задавайте, пожалуйста. Какие ваши вопросы? Может быть, нужно куда-то вернуться и что-то еще проговорить. Еще раз озвучиваю. У нас много-много записей. Мы работаем плотно, работаем по графику. У нас все организовано, встречи у нас не пропускаются. И поэтому все это можно посмотреть в записях на каналах, да, разобраться еще раз. Но не теряйте человека, который вас сюда пригласил. Дело в том, что если он вас сюда пригласил, значит, он работает активно. Значит, у вас будет замечательный наставник, замечательный спонсор. Кратко о зодиаке. Зодиак – это бонусная программа, которая запускает бизнес-класс, когда там накопилось 50 на накопительном балансе. Произошло 50, запускается зодиак. Зодиак вылетает, запускаются 2 ваших партнера в зодиаке, то есть у них запускается бронзовая орбита. У них тоже по 50 накопилось, у них запустилась бронзовая орбита. Вот они к вам прилетают на ваш зодиак, двое этих человек, система ставит 3-го клона, и вам выдается орбитка. Когда у ваших людей прилетят 2 человек к ним, а им тоже выдается орбита, и вам выдается 20 долларов. Да, в данном случае на бронзовой орбите 2 человека получают по 20 долларов, когда человек вылетает на орбиту. То есть получает свою орбиту. Кому-то он вылетает на орбиту. А еще какие вопросы? Я вошел, но меня нет у спонсора. Это как? Не поняла. А куда вы вошли? В корпорацию вы вошли? Посмотрите в команде, если вы сактивировались, даже если вы не сактивировались, вы все равно отображаетесь в кабинетах. Вы все равно отображаетесь в кабинетах. А в зодиак, значит, ваш спонсор не в зодиаке. Значит, вы его обогнали. А еще раз повторюсь, это такой механизм, в котором не надо спать. Пришли зарабатывать деньги, значит, зарабатываем. Если люди пришли, им нужны деньги очень срочно, еще вчера, они никого ждать не будут. Он в зодиаке, значит, вы, если он вперед вас в зодиаке, значит, вы по-любому у него. Значит, вы по-любому у него, либо вы выходите, потому что там бинарное построение, вниз к его людям, и опять же, благодаря этому вы все равно зарабатываете деньги. Он зарабатывает деньги.
Это нужно смотреть непосредственно, Валера, на месте, да? Это вы просматриваете с Николаем. Угу. Просматриваете с Николаем по кабинетам. Вообще никаких сбоев нет. Я второй месяц в системе, и я просто понимаю, в какое шикарное место я попала. Какие еще вопросы? Да, да, разберетесь. Угу. Ваш спонсор достаточно сильный лидер, поэтому он решит все эти вопросы и разберется. Угу. Я вас благодарю за внимание. Я благодарю за то, что вы были сегодня в воскресенье со мной. Я благодарю за то, что вы отказываетесь жить по общепринятым понятиям. То есть 50 тысяч рублей в месяц и все. Это потолок. То есть я благодарю за то, что вы вырываетесь из матрицы. И у вас нет потолка в том, насколько вы себя оцениваете. Так, вопросов нет. Ну, замечательно. Тогда я желаю... так, если в воскресенье регистрируется на счет, сразу поступают деньги или понятно. Сразу! Никаких понедельников. Сразу, ребят. Абсолютно сразу. У нас нет какого-то, знаете, единого кошелька в корпорации, куда сливаются деньги. Нет этого. У нас сразу по счетам распределяется. Сразу, понимаете? И это здорово, и это классно. Поэтому не теряйте время, Наташа, регистрируйтесь и запрыгивайте в наш поезд Сапсан, как мы его называем, да? И можете сразу, вы можете сразу приглашать людей, да? Вот опять же, допустим, за вами идет пятеро друзей, да? Вы запустили бизнес-класс в этом процессе. Вы свой бизнес запустили, вы еще $40 сразу же выведете. Так. Все, наверное, да, по вопросам? Хорошо, я вас благодарю. Пойдемте дальше нести нашу возможность в массы, нести людям, обычным людям, но с большими амбициями и людям трудолюбивым. Тем, кто понимает, что халявы в интернете нет, поработать нужно, но хотелось бы хороший выход за свою работу. Всем до свидания, я на связи, и активных крепких команд и шикарных чеков вам. До свидания.